Мене звати Сергій Лещенко, я та Євгенія Моторевська вітаємо вас у черговому випуску програми «Що це було?». І сьогодні, нарешті, ми дочекалися довгоочікуваного гостя, і я переконаний, ви його дуже добре знаєте, і теж, як і ми, чекали. Це Ілля Пономарьов, це в минулому депутат Державної Думи Росії, який не голосував за анексію Криму, який зараз є громадянином України, і який провів останні, напевно, півроку, рік в Америці, і тому в нього є інсайди із України, із Росії, із Америки. І ми все це обговоримо в сьогоднішній передачі, починаючи від того, з якими думками адміністрація Байдена прокидається щодо України, які шанси в Навального, і обговоримо український порядок денний, що відбувається в Україні. Вітаю. Ну, сьогодні ми давно планували це інтерв'ю з паном Іллею, але ми будемо говорити не тільки про зовнішньополітичні події, не тільки про російські сили, які зараз в Україні набирають обертів, і адміністрація президента з ними веде офіс президента війну, але і також про важливі події українські, які відбулися буквально вчора. Ми не можемо їх не обговорити. Це вирок Сергія Стерненка, який спровокував масові протести. Ну, це, мабуть, була вчора найбільш акція протесту за 2 роки президентства Володимира Зеленського. Дуже багато різних реакцій. Також сьогодні про це обговоримо, про необхідність судової реформи. І, мабуть, ми з цього почнемо, тому що дуже багато вже є коментарів, думок, але те, з чого треба починати, це якраз очищення судів, тому що жоден Портнов не зміг би добитися таких результатів, якби не, звичайно, не проблеми з українським правосуддям. І наш перший матеріал невеличкий про суддю, який виносив вирок, а потім поговоримо. Ну так, і ви, Ілля, теж в українських судах мали досвід, та, скажімо, певний, так? Певний є. Так, тому і це теж обговоримо. Тому маленький сюжет, і потім ефір з Іллею Пономарьовим. Засудження одесита Сергія Стерненка поновило дискусію про те, що судова влада в Україні залишається нереформованою. Суддя Приморського суду Одеси Віктор Попревич, який оголосив вирок, є типовим символом всієї системи. Ще 2 роки тому він був визнаний недоброчесним за низку скандальних рішень. У 2015 році він закрив справу проти правоохоронця, який начебто катував людей. Потім у справі про пожежу в таборі «Вікторія», де загинуло 3 дітей, попри вимоги прокурора, звільнив з-під варти його директора. Також він закрив гучну справу проти голови окружного адміністративного суду Олега Глуханчука, якого спіймали п'яним за кермом. До війни на Донбасі суддя Попревич судив у Донецьку, де відзначився встановленням бюстів Леніна та Сталіна біля власного будинку. Під указом про переведення з Донецька до Одеси одіозного судді стоїть прізвище президента Порошенка. До речі, саме Порошенко перевів Київський Дарницький суд з окупованих територій суддю Марину Заставенко, яка заборонила книгу про Медведчука. Судді, яких переводили з окупованих територій, мали присягнути на вірність тодішньому президенту, щоб отримати нове гарне призначення у великих містах, а не десь у провінційному судді, що потерпали від дефіциту вершителів Феміди. Активісти вважають, що історія з вироком Стерненку має почати справжню судову реформу в Україні, яка так і не відбулася. Ну так, тема непроста, і сама постать Стерненка теж, вона, я думаю, нас розділить в поглядах, тому що так попередньо виглядає, що в нас різні думки, але я не про це хочу почати, а почати хочу з теми взагалі реформи оцієї суддівської. Да, мені здається, це може стати результатом цих протестів, тобто це звернуло увагу на те, що правосуддя в Україні дуже корумповане, або недосконале, або, можливо, просто політично ангажоване. Ви мали досвід в українських судах. Що ви думаєте про українські суди? Ну, во-первых, я хочу сказать, что все познается в сравнении. В сравнении. И я могу сказать, непосредственно от хода судебного процесса я получал удовольствие. То есть судья, в отличие от российских судов, в которых я был очень много раз, и в не самых приятных обстоятельствах, да, тут судья улыбалась, там, то есть она внимательно относилась к доказательствам, она приобщала свидетельства, которые были с разных сторон. То есть я чувствовал, что тут, по крайней мере, настоящий суд. То есть, что, во всяком случае, нас... В Киеве, да. Ну, значит, нас слушают. Ну, к сожалению, дело закончилось
Но вы проиграли. Да, для меня неблагоприятно, но оно на самом деле произошло по основной причине, что началась вся эта пандемия, я застрял в Штатах, и я просто не смог прийти физически на заседание суда, на котором мне надо было быть. И я думаю, что это было на самом деле основной причиной. Мы там подали апелляцию, не знаю, может быть, все равно дойдет до суда когда-нибудь, и я смогу доказать правду. Но это не важно, это было дело против сына Януковича, так чтобы было понятно. Ничего себе, а что вас с сыном Януковича разделило? Ну, он сказал, что мои показания, которые я давал по делу отца, и которые касались того, каким образом финансировался вот эти вот самые облигации, что это была скрытая форма взятки. Вы говорили, что это скрытая форма. Да, что это скрытая форма взятки. Во всяком случае, это способ финансово заинтересовать тогдашнюю украинскую элиту в том, чтобы отказаться от евроассоциации. Вы в суде давали свидетельства? Да, я давал. Потому что у меня были совершенно точные данные с российской стороны. Ну, я просто знаю, кто мне это говорил и как. И... А кто вам об этом говорил? Это говорили люди в окружении Шувалова, тогдашнего вице-премьера, который отвечал с российской стороны, который тоже на этой сделке заработал. Там они сделали, это очень было красиво, потому что они заработали все, проиграли только страны, да, как мы понимаем, то, что это привело к тому, к чему привело. Но это была красивая схема. И, кстати, американцы в этом активно участвовали, американские фонды, которые это все обеспечивали. Но неважно, в любом случае, то есть я про это... Это речь о тех 15 миллиардах, которые Янукович хотел бы получить от Путина. Успели три, да, пропустить, да, но просто любой наблюдатель знает, что впервые речь шла не про межгосударственный кредит, а про покупку облигаций. А на этом, соответственно, рождается возможность инсайдерской игры. Потому что если ты знаешь, что ты купишь, у тебя акции подскочат, то ты, не давая деньги напрямую, ты просто нужные люди покупают по низкой цене, после этого государство вкладывается, они поднимаются, ну вот как бы так на эти 2% и живем. Да? Очень там неплохая получалась прибыль. Но доказать это на самом деле достаточно действительно сложно без участия государственных органов, и мне-то этот вопрос задавали именно что следователи, потому что они хотели из этого делать полноценное дело, и в тот момент времени Украина воевала в Лондоне, значит, по этому долгу, поэтому я считал очень важным эту информацию донести. Вот. Ну, соответственно, вот младшему Януковичу, поскольку его имя звучало в списке людей, которые... Стоматологу. Да. Вот, соответственно, он подал по этому поводу в суд. Ну, не суть. Я просто к тому, что, еще раз скажу, все познается в сравнении. То, что украинская судебная система, мягко говоря, несовершенна, это мы как бы все понимаем. Просто она несовершенна в другую сторону. Если российская судебная система там, значит, как прибили, так и держится, позвонили по телефону, такой приговор, значит, и вынесен, то в украинской обратная история, да, то вроде там преступника поймали, значит, довели, а потом его выпустили. И это, конечно, не укрепляет доверие к тому, что происходит, потому что это вечный двигатель, которого в природе, как известно, не бывает. И, конечно, вот такие случаи, я очень надеюсь, что они что-то столкнут с места, но в то же самое время меня очень тревожит сам факт того, что именно от того, что нет суда, нет института, которому можно было хоть как-то доверять, люди начинают делать выводы, исходя из принципа «свой-чужой». То есть, никто не думает, там было преступление, не было преступления, прав человек, виноват человек. Просто это наш сукин сын, мы будем за него выходить. Да? А вот тот не наш, и мы будем против. И это, конечно, очень угрожает просто стабильности общественной. Я считаю, что это очень... Мені здається, що в справі Стерненка, от я читала, наприклад, обвинувальний вирок сьогодні зранку, я сьогодні читала, точніше, обвинувальний акт, те, що прокуратура передавала в суд, я читала сьогодні вирок, і навіть відкинути, тобто це не питання, подобається чи не подобається Стерненку. З тих матеріалів, які я побачила, там немає доказів реальної вини Стерненка. Тобто відкинути всі особисті симпатії, антипатії. По-перше, цей вирок абсолютно подолювали проросійські сили, і Андрій Портнов, який є такий символом, да, мабуть, всіх прихильників Росії в Україні, тобто таким певною іконою, символом, він обіцяв посадити Стерненка. Його... Ну, приятель, якщо так можна сказати, людина, з яким в нього були ділові стосунки, зараз знаходиться в офісі президента. І я прочитувала цей вирок. З важливих деталей, те, що, по-перше,
там все ґрунтується на свідченнях потерпілого. Хто такий потерпілий? Це людина, яка підтримувала сепаратистські настрої в Одесі. Це колишній член партії «Родіна». Я думаю, що ви знаєте, що це за партія. Це, мабуть, радикально проросійська партія в Україні, дуже агресивна. І от що мені було показово, що ця людина 5 років не ходила навіть в суди. Його з поліцією розшукували для того, щоб привезти його і дати свідчення. І тут в листопаді 2020 року він чомусь з'являється в суд і дає нарешті свідчення, на яких будується все звинувачення. Слідство на сьогоднішній день не встановило місце злочину безпосередньо в підвал, в якому нібито були катування. А слідство не встановило спільників, так званих спільників Стерненка, тобто в вироку написано якісь люди, які так само були в машині, били цього тодішнього депутата. Але якщо людину засудили до 7 років, дайте, будь ласка, повну доказову базу. Ну, тому що не можна на таких свідченнях. Є один єдиний свідок, яка нібито бачила факт злочину, вона не бачила обличчя, але її не допитали в суді. Ну, тобто все, що ґрунтується, це ґрунтується на свідченнях самого потерпілого, який є очевидно проросійським, в якого можуть бути свої інтереси, і на тому, що телефонні трафіки бралися. Що таке телефонні трафіки? Да, це, щоб глядачі розуміли, це локація людини, у якої є телефон. І вони співпадали в радіусі, але що таке? Ну, тобто, ці трафіки, вони не показуються точка в точку. Це трафіки, які можуть показуватись кілометр, два, в залежності від того, як розміщені вишки. І це фактично єдиний доказ, єдиний аргумент, хоч якийсь обвинувачення, все інше. І тому мені, як журналісті там розслідувачці, я не є там подругою Стерненка, але я почитала цей вирок, і в мене є дуже багато питань до прокуратури і до судів. Але парадокс ситуації в тому, що, мені здається, факт тих дій, які Стерненко вчиняв, викрадення людини і знущання над ним, ніхто навіть не заперечує. Тобто, доказово, можливо, не зібрано все, але ці речі, вони, скажімо так, стали вже загальним надбанням. А політично цю історію розігрівають якраз люди, в часи якого Стерненко, власне кажучи, почали переслідувати. Тобто, Порошенко був президентом, Луценко був генпрокурором. Зараз вони роблять пафосні заяви. Луценко за годину до нашого ефіру зробив заяву, що маємо, значить, захиститися від проросійського реваншу. А закінчилося все тим, що їх просто викрили в лицемірстві, бо вони були в той момент при владі, коли це зробили. Я читаю как бы обе сторони, і особливо в Одесі у мене багато знайомих, там, що називається, різних сторон барикад. Да? І кожен раз, коли відбувається суд над каким-то, грубо говоря, проросійським активістам, одна сторона, значить, кричить, да що там і так понятно, да? То есть, ну, там є якісь прорехи в слідстві, ну, і так понятно, здравого смысла. Сейчас другая сторона кричит ровно так же. Да ну, что он нацик, и так понятно, что то есть он виноват. Вот это вот и так понятно. Ну и только справедливый суд мав бы абсолютно честно разглянуть. Его нету, и более того, нету качественного следствия. Потому что вот то, что вы говорите, пробелы, они в каждом уголовном деле. Абсолютно. И в каждом уголовном деле, и это вообще традиция вся постсоветского судебного производства, которое есть во всех странах. Она и в Украине, и в России, и в Казахстане, ну, то есть во всех странах, что суды реально доделывают работу следствия. То есть потому что следствие нигде качественно не выходит с подготовкой дел. Потому что там всюду после распада Союза наиболее качественные кадры разошлись по разным олигархическим структурам. Нашла молодежь, которая ничего не может. Там в Украине еще, то есть после Майдана 2014 года, там была большая потеря сотрудников правоохранительных органов, именно следственных органов. Ну и теперь дырка на дырке. И поэтому мы можем бесконечно спорить. Там, про дело Рифмастера мы, например, вспомним. Мы вот там с Сергеем там вспоминали другую сторону. Там дело Торнадо, например. А Торнадо – это батальон, который… Из Донецка, да. Да, и в котором были военные преступления, по которому тоже было, значит, решение суда, и по которому, то есть, там куча народу спорит, они были или их не было. А другая сторона будет вспоминать дело Бузины, и мы знаем его исход, да, и, к сожалению, и много других таких дел. Это универсальная проблема, она не имеет политической окраски. Как только там та или иная политическая сила начинает на этом спекулировать, она реально разрушает государственность дополнительно.
То есть вместо того, чтобы ее укреплять. Это, конечно, надо говорить про судебную реформу. Ну, але насправді, Сергій, от це там, да, за що тебе критикували після твого стріму, про те, що ти говорив про те, що там протести організовані Порошенком. Ну, але, ну, я вчора була на 2-4 години на цьому протесті, тому що ми організовували стрім там моєю командою, з якою я працюю. І там була величезна кількість наших з тобою спільних знайомих громадянського суспільства, які є дуже великими критиками Порошенка. Ну, ти це знаєш там. Це люди, які найбільше критикували і продовжують критикувати сьогодні Порошенка. Мені здається, в нас проблема тут в іншому. Що насправді будь-яка ситуація Росії використовується як спосіб реалізації своєї політики. І тільки в часи, наприклад, Кучми, він оголосив там похід в напрямку НАТО, тільки він призначив Ющенка прем'єром, виникає справа Гонгадзе, виникають Мельниченко, який каже, що він це під диваном записував, і країна розвертається в напрямку Росії. Тільки Зеленського починається наступ на Медведчука, починається наступ на Шарія, цього агента фактично теж впливу, тільки наступ на їхні медіаресурси, і починається качелі абсолютно іншому напрямку, начебто патріотичному, з єдиною метою, щоб дестабілізувати владу, яка для Росії стає некомфортною. І в цій історії, ну, мені дуже схожі аналогії використати внутрішню, як сірник закинути, і Путін на цьому вогнищі буде гріти руки дуже довго, і, можливо, він призведе до дострокових виборів, можливо, він призведе, не знаю, до захоплення влади, і ми будемо згадувати ці там попередні кілька місяців цього геополітичного прозахідного напрямку, як зараз ми можемо згадувати, можливо, при Кучмі ми могли б до НАТО дійти, як вони з правого нагадували. Ну, можна ще коротко, от, буквально якщо ремарк? Можна, все-таки, з точки зору Путіна, як він використовує кризи в Україні для своїх цілей? Ну, це ти абсолютно прав, розділяє і властвує. Чим більше лінії напряження, тим краще. І чим більше вони будуть друг з другом конфліктувати, от, то есть, та, значить, ти очень правильно говоришь про Медведчука и Стерненко, пожалуйста. Значит, только, значит, качнулась какая-то там националистическо-патриотически настроенная часть общества, там, за что-то Зеленского похвалила, тут же, значит, начинается там противоположная история, да, для того, чтобы альянса такого не возникло. Это, ну, политтехнология абсолютно понятна. Вопрос там, насколько она хорошо управляется из Кремля, или она больше управляется внутри страны, то есть, грубо говоря, там, где точка решения, да, она там у Медведчука, она у Петра Алексеевича, или она в Москве. Но то, что итог – это точно усиление противоречий и тем самым ослабление украинской государственности, это 100%. Ну и Порошенко в цьому випадку, він теж зацікавлений, тому що качелі завжди відбуваються на двох полярних крайнощах. Якщо є стабільний центр, то грати на крайнощах дуже складно. А вони, відповідно, з одного боку Медведчук, з іншого Порошенка, і так вони починають розхитувати ситуацію з єдиною метою спровокувати розпад одноманітної правлячої коаліції, провокування далі виборів і потім, зрештою, прихід до влади. Тому що що той, що другий інвестували в політику величезні гроші і не мають жодного впливу на ті процеси, які відбуваються. Більше того, в Медведчука втрачений медіаресурс, на який Путіним були покладені, я не знаю, скільки вклав Путін в Медведчука за останні 10 років. В Росії колись аналізували, коли були в Росії, при скажімо, в Державній Думі чи там в аналітичних установах. Хто такий Медведчук для Росії? Они же не так делают, они же не дают ему, я так думаю, может быть, и дают, конечно, но вряд ли, они сами жадные, дают ему там живых денег, они дают ему возможность зарабатывать, да, то есть они ему дают там гарантированную удочку, да, и думаю, что... Удочка, значит, в смысле возможности, ну, вот этого, значит, темы, там, да? Трубопровода, да, ну, вообще вся эта контрабандная тема, там, поставок и энергоносителей, да, это же только Медведчук у него мог это, соответственно, делать, да, а с другой стороны, там, Петр Алексеевич ему давал возможность это делать. Там, почему он давал ему возможность это делать? Было связано это с Липецкой фабрикой или просто, значит, там, нежелание обострять отношения с Владимиром Владимировичем. Неважно, да, то есть важно то, что давал. И Кремль этим, естественно, активно пользовался. И поэтому это такая борьба людей, которые действительно находятся на противоположных концах политического спектра. Я не думаю, что там между ними, грубо говоря, там, сговор
какой-то есть особый, да, но существует определенный симбиоз. Они не делят избирателя, у них разные совершенно избиратели, и географические, и стилистические, и ценностные, и так далее. И они поэтому играют в определенную общую игру, но страдает от этого вся страна, потому что это два полюса, которые ее раздирают, и которые вместо того, чтобы укреплять центр политический, тем самым, опять-таки, скреплять государственность и строить ее, да, вместо этого происходит радикализация политического поля в одном и в другому направлении. Ну, это тупик абсолютно. Ну, але зрозуміло, що цим користуються, я повністю погоджуюся, зараз користуються проросійські сили, на жаль. Да, там є свої інтереси у інших політичних сил, але це не знімає питання до Володимира Зеленського, з яким вчора прийшли люди абсолютно з... Ну, я переконана, частина цих людей перейшла чесно, а прийшла, очевидно, не за гроші, прийшла через свої переконання. Коли в Бенгадзе ходили дуже чесно теж люди і дуже чесно протестували, але це дестабілізувало ситуацію настільки, що прийшов Медведчук до влади, але люди ходили дійсно чесно. Тільки на чолі цих людей стояв Юрій Луценко, який тоді казав, що він бореться зі злочинним режимом Кучми, а через 20 років сказав, ну ви знаєте, нам давали тоді гроші на наші всі політичні проекти в одній з політичних партій, пов'язаних з Медведчуком. Тобто, щоб не вийшло, що через якийсь час виявиться подвійна істина про ці всі процеси. І в цій історії, звичайно, є щирі прихильники, але тут, мені здається, питання треба виводити в площину змін для всіх, а не для одного. І якщо судова реформа буде підсумком цих змін, то це буде досягнення для всіх. А якщо є питання підняти на прапор одну людину, то ну, ми просто Сергій, не знайдемо питання... правди до однієї людини, бо ця людина, скажімо так, вона розділяє суспільство. Я абсолютно точно знаю, що вчора виходили ті самі люди, які не є прихильниками Стерненка, але люди виходять з дуже простими речами. Це проведення судової реформи, тому що суддя, котрий вставить себе на подвір'ї Сталіна, ну, не має судити. Я вважаю, що це взагалі не аргумент. Можливо, він цих сталінів колекціонує, ну, там, виключно з приватних міркувань. Ну, ти знаєш, до нього є ще інші питання, по його рішеннях, тому це. Друге питання – це питання Ірини Венедіктової. Воно так само стоїть. Це генеральна прокурорка, і саме її підлеглі готували ці документи, які потім пішли в суд. Саме її підлеглі підозрюють в тому, що вони співпрацювали там з Андрієм Портновим і з іншими людьми. І це теж, і це ті речі, які хвилюють безвідносно до Стерненка, або всі хочуть нормального прокурора і нормальні суди. Бо ми, скажімо так, приватно можемо безкінечно дискутувати, і в нас різні погляди на Стерненка, але у нас для цього є інша можливість це зробити. В мене є питання до Іллі Пономарьова в частині, взагалі, ну, я б так сказав, фактору праворадикальних сил, так, і ліворадикальних сил. В Америці це призвело до конфлікту на виборах президента, коли були з одного боку трампісти, з іншого боку ті, хто називають там Black Lives Matter, вони ці поляризацію спричинили. А наскільки це може бути, я не знаю, загрозою для України така ситуація? Тому що в нас давно такого не було, поляризації такої, скажімо, ідеологічної. Все-таки було там більше або прозахідні, проросійські сили, або ситуації там пов'язані з конкретно там Тимошенко за, Порошенко проти, тобто певна така персоналізація на старих політиках. А от такої полярності саме ідеологічної не було. Мені здається, можливо, з 90-х років. Ну, Сергій, я просто хочу сказати, а де ви-то тут, де? Тобто, от крайні правих ми тут бачимо. А крайне левых мы тут совершенно не видим, потому что ну, некоторые из них сами виноваты тем, что когда был Майдан, и там многие мои там коллеги приходили на Майдан, и, значит, их оттуда выгнали, и они потом, получается, упали в антимайдановскую корзину. И потом их только заклеймили, а потом еще декоммунизация и так далее. Левого крыла-то на данный момент нету. Но есть пророссийское. Ну, оно совершенно не означает, что оно левое. Это потому что ну, партия регионов, она что там, была левой? Нет, конечно, да. Но они в каких-то левых лозунгах пытаются спекулировать, как на них пытается спекулировать там Юлия Владимировна, например, да, которая там просто берет социологические опросы и по ним и шпарит, да, то есть вот. И поэтому получается такая, значит, стихийно-левая типа, стихийно-левая организация. Но она тоже от этого левой совершенно не становится. Но в целом то, что ты говоришь, является действительно универсальной глобальной проблемой. Это проблема радикализма.
которая смыкается с проблемой популизма, потому что это там две вещи, которые идут рука об руку. И они растягивают общество. Я еще раз скажу, что в Украине действительно общество растянуто между вот этим прозападным и пророссийским, только это не правое и левое. Потому что для украинского национализма тоже, если уж мы так посмотрим там, на историю и на ценности, как раз скорее характерен левый подход, если говорить там экономически. Все известные украинские националисты исповедовали левые, а не правые взгляды. Это феномен последнего времени, что они все, значит, рядятся исключительно в правые итоги, и это скорее реакция на Советский Союз и на последнюю агрессию там, и так далее. Но фундаментальные ценности украинского национализма, они все левые. Все иконы украинского национализма, они все исповедовали левые. То есть Украина взгляды. Социалистическое государство по менталитету или что? Ну, по менталитету она, конечно, левее России. То есть забрать и поделить? Или как? Ну, знаешь, вот забрать и поделить для меня-то лично это правый лозунг, да? Значит, потому что лозунг левых забрать и не делить, как известно. Да? То есть это значит, это про коллективную, про общественную собственность. А делить это капиталистические люди, значит, предлагают. Но самое главное это про ценность человека и социальную политику, которая должна быть. И при этом при левой ценности это ценности самоуправления. Украина место, в котором в наибольшей степени проявился анархизм в мировой, опять-таки, истории, да, и было это очень сильное движение, и на протяжении и гражданской войны это же было противостояние разных левых фракций, и Центральная Рада была левой, УНР была левой, Петлюра был левым, да, и с другой стороны, соответственно, были большевики, а с третьей стороны был Махно, и это тоже все были левые, то есть это разная борьба разных левых течений. На цьому, в цьому місяці фактично Путін втратив серйозну і медійну, як ми це вже казали, медійну підтримку в Україні. Це канали Медведчука, які були закриті. І ми зараз подивимося сюжет, але перед сюжетом в мене одне питання. Яка реакція в Росії? Що ви чули на це? Тому що в Україні є полярні думки. Одні кажуть, що Путін буде мститися, другі кажуть, що навпаки, Путін заповажає Зеленського. Тепер, коли він не злякався на його протеже підняти руку, скажімо так. Що ви чуєте? Ну, от ми якраз в предыдущем ефірі на цю тему говорили, я сказав, що, на мій взгляд, Путін Зеленського опять зауважає після цього шагу, тому що от человек показав волю, кулак і то, що він сильніше Медведчука. И, на мой взгляд, так оно и происходит, потому что если бы это было по-другому, уровень бы истерики внутри России был бы совершенно другим. А он, ну, там, пропагандисты, естественно, про это сказали, вот, типа, эти люди запрещают нам ковыряться в носу, вот они говорят, что у нас нет свободы слова, а вот у них тоже нет свободы слова, и вообще они американские марионетки, ну, и так далее. Но это, в общем, дежурные завывания, а не какие-то конкретные действия. Поэтому я считаю, что Зеленский сильно выиграл, и на самом деле это шаг, серьезный шаг к тому, чтобы потом договориться о мире. У нас є сюжет якраз про те, що Віктор Медведчук планує відтворювати свої канали, а ми подивимося сюжет, потім це обговоримо. Обговоримо обов'язково санкції, які були введені теж доволі неочікувано на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Давайте подивимося матеріал і далі поговоримо. Новий телеканал від Медведчука. Вже за кілька днів після заборони 112-й News One та ZIK об'єдналися та створили медіахолдинг «Новини». Засновниками нового ЗМІ є 100 осіб – журналістів, які нібито скинулись по одній гривні. Проте зрозуміло, що існування компанії зі статутним капіталом у 100 гривень неможливе. Тим паче телеканалу, що потребує значних фінансових вливань, хоча б для закупівлі елементарної техніки. За словами міністра культури Ткаченка, схоже на те, що Медведчук прагне запустити трансляцію прокремлівської пропаганди в український інформаційний простір, тож увага до їхньої діяльності з боку держави не зменшиться. Нагадаємо, відтоді як президент Зеленський наклав санкції на депутата Тараса Козака та записаних на нього телеканалів 112 News One і ZIK, вони зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на YouTube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримали закриття цих рупорів проросійської пропаганди.
Цікаво, ну, в Україні санкції проти Медведчука, то була перша хвиля, це закриття проросійських телеканалів, друга хвиля, це було вже безпосередньо санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, дружини Тараса Козака, найближчого партнера, і ще цілої низки російських бізнесменів. Ви були в Штатах в той момент, як там сприйняли таку новину? Та ніяк. Ну, на самом деле, потому что в Штатах на данный момент нету куратора украинской политики. Это вы есть... разочаровали теорию заговора, которую в Украине распространяют, вы ее разрушили. Ой, я эту теорию, конечно, многократно слышал, но уж если говорить про теорию заговора, я бы ее перевернул строго наоборот, да? Что поскольку сейчас нету куратора, то поэтому это и стало возможно. Наложение санкций. Ну да. То есть при кураторе их бы не наложили? Я думаю, что нет, потому что логика поведения, ну, там, крупной державы, всех этих людей, которые там есть, она же бюрократическая, да, она же как бы чего не вышло. То есть давайте не делать резких движений, чтобы не расплескать. А вдруг после этого там Медведчук уговорит Путина начать наступление на Донбассе. Ну его нафиг, да. Лучше ничего не трогать, пусть там плохо, но там как-то, значит, оно куда-то двигается. Поэтому нет, я не думаю, что, ну, это основная причина, это я пошутил, если что, да, значит, но факт остается фактом. Есть люди, которые просто профессионально Украиной интересуются, там, наши друзья, там, Atlantic Council, да, то есть, там, есть там несколько еще других think-tanков, то есть, которые за этим всем смотрят. То есть, было несколько дискуссий, ну, таких экспертных относительно, как к этому относиться, это наступление на свободу слова или это, значит, борьба в гибридной войне, но никаких должностных лиц при этом не было. Это были эксперты. Ну, в лучшем случае, были бывшие послы, которые в этом участвовали. А пока не произойдет назначение Виктории Нуланд, которая, собственно, там, Байденом выбрана в качестве человека, который будет отвечать за Украину, а ее еще не назначили, ее должен утвердить Сенат. Ну, для Украины это очень хороший вариант, насправді, потому что она очень добре ориентируется в украинских справах. Знаете, у них... Такая ситуация, что сейчас там людей, которые ориентируются, достаточно много. Вопрос, какие они решения будут принимать. И та же самая Нуланд, во-первых, она известна тем, что у нее есть определенные любимчики, например, там Арсений Яценюк. Вот. И, как мы понимаем, это, ну, это абсолютный тупик, если она будет разыгрывать с ним какую-то карту. Пока выглядит так, что не нет. Не любите вы Яценюка? Да. Ну, я не то, что не люблю или люблю, да, то есть я... Чисто с аналитической точки зрения, но если есть политик, у которого рейтинг равен нулю, настолько, что даже партия его не смогла выйти на выборы, то если в этой ситуации там сверхдержава будет ставить делать на него ставку, то, соответственно, эффективность ее политики будет умножаться на ноль. Ну, может быть, на 0,001. Да? Вот. И даже там миллиарды долларов Ахметова, стоящие рядом, не помогут эту ставку каким-то образом разогнать. Они могут помочь самому Ахметову, но не Украине и не Соединенным Штатам. Поэтому им, конечно, надо делать совершенно другие ставки. Насколько я понимаю, вот стратегически они как к этому готовы, потому что там есть и Салливан, который про это говорит, и Блинкен про это говорит, и у самого Байдена есть мнение, что что-то надо делать, потому что, ну, очень сильно зашкварились все старые элиты. Но, опять-таки, как это все пройдет через бюрократию, никто не знает. И именно поэтому никто ничего не трогает, да, потому что пока не будет этого назначения, не принимается никаких решений. А есть новый любимчик какой-то украинский в Америке теперь? Ну, есть кандидат, мне кажется, в члены Политбюро, да, то есть там у нас есть член, один известный премьер, который там все время, то есть, находится. Да. Не понял, о ком. Не все поняли вашу иронию. Или намек. Ну, есть Алексей Гончарук. Гончарук. Да, который уже довольно много времени провел в Соединенных Штатах, и к нему реально хорошие отношения, потому что тот редкий премьер, который не успел ничем зашквариться, ничего не украл и не успел сделать непопулярных реформ. То есть, поэтому он, с одной стороны, продемонстрировал себя как человек прозападный, а с другой стороны, не успел... сделать ничего плохого с точки зрения населения. Вот, при нем все-таки тарифы снижались, гривна укреплялась. Вот, а как только возникла угроза пандемии, его уволили. Поэтому он как бы взятки вроде чисты. Еще и реформу земельную провел.
Тобто його повернення в українську політику – це не вигадка, це цілком, так скажемо, прогнозований сценарій. Ну, я думаю, что это абсолютно вероятный сценарий. Я дальше уже не знаю, какие у него самого будут планы и как это все будет складываться. Но это сценарий абсолютно, мне кажется, был бы логичным. Те, що ми бачимо зараз, да, особливо з Нового року, це посилення обстрілів на фронті, це загострення ситуації знову після там певної перерви. От сьогодні буквально дивилася новини, також 24 канал записував представника трьохсторонньої контактної групи про те, що як тільки в Україні змінилася, да, позиція в перемовинах і почалися якісь там дії після по відношенню до Медведчука і інших проросійських сил, одразу ось ці, ми бачимо всі загострення, вони там відбуваються перед нормандським форматом. Дуже багато в Україні очікували, що тоді, коли в Путіна там почалися проблеми, акції там з фонариками на підтримку Навального, і ось це все, що Путін нарешті переорієнтує свої сили на свою країну і буде там більше вирішувати проблеми, що це якось трошки забере сили від України і змусить його зайнятися своєю країною, а не нашою. По-моєму, строго наоборот, от із цієї тої логіки. Ну, тому що внутрі своєї країни все, що він мог зробити, він вже давно зробив. А у него остались только эти маленькие победоносные войны. Других рецептов нету никаких. Ну, то, во-первых, он будет, безусловно, на мой взгляд, закручивать и дальше гайки внутри страны. И, собственно, там только что вот сегодня он подписал очередной закон, который резко повышает штрафы по участию в митингах там, и так далее. Там резкое повышение. То есть теперь, как в известном анекдоте про гаишника, то есть поворот здесь есть, но он платный. Да? То есть вы можете выходить на митинг, но там практически любому человеку, который попался в лапы полиции, а условия отсутствия согласования, мы знаем, он по прошлому, прошлой волне, они там арестовали больше 10 тысяч человек. Значит, с каждого будет там по 200, по 300 долларов. Ну, как бы, то есть, ну... Непоганый бизнес, да. Мне кажется, то есть, да. Но это, конечно, будет снижать очень сильно количество участвующих в акциях, тем более, что еще там сначала ты просто платишь, а потом, если несколько раз попался, то после этого на тебя могут открыть уголовное дело за многократное нарушение правил участия в митингах, и там отъехать на несколько лет. А Навальный послабил Путина в России, чи не? Это история с его повернением, ув'язненням, протестами. Розслідуванням про маєток. Ну, і Геленджик, звичайно. Конечно, я думаю, что ослабил. Может быть, мне хочется так думать, что ослабил. Потому что логика этой власти, она достаточно извращенная. И точно опять-таки так же, как во всем мире, так же, как и в Украине, в России точно так же есть поляризация общества. Есть, с одной стороны, к сожалению, на самом деле, не очень многочисленная группа. Там она социологически точно укладывается в 10%, вот, которые являются там радикальными антипутинцами. Есть другая группа, которая является радикальными пропутинцами. И эта группа явно больше, но она тоже не 60% населения, ну, может быть, 20%. Да? Вот. Все остальное – это некое болото, которое между ними колеблется, и оно тяготеет присоединиться к тому, у кого сила. Вот Навальный смог, и почему он там все время говорит о том, что да, против нас там одни мудаки. Ну, там, они тупые, они вообще, то есть, меня даже отравить толком не могут, вот, они идиоты. Потому что он пытается сказать, что вот у них силы нет, а у меня она есть. И тем самым создать вот такую дихотомию. Либо Навальный, либо Путин. Но поднимает как бы себя на уровень Путина. Да? Да, он пытается подняться на этот уровень, сказать, что это сопоставимая величина. Но, опять-таки, социология, которая есть, она по-любому, там, можно к ней по-разному относиться, но любая социология даже в ситуациях вот авторитарного общества, она может врать в абсолютных цифрах, но она не врет в динамике. Ну, то есть, тенденции на ней можно смотреть. Вот тенденции роста людей, которые воспринимали бы Навального в качестве главной альтернативы Путина, не могу сказать, что она в России как-то очень сильно выросла за последнее время. И власть, собственно, на это делает ставку. Они почему, значит, дали ему приехать и посадили его в тюрьму? Потому что они считают, что будет вот этот быстрый всплеск радикальной молодежи. А дальше про него все забудут, и про него будут помнить только правозащитники. И они опираются на опыт других политзаключенных, которые были в стране. То есть был и там Ходорковский, был Эдуард Лимонов, там был Сергей Удальцов. И всюду это было так. Сначала резкий выплеск, а потом, значит, как-то оно расходится.
И, ну, мне бы не хотелось, несмотря на то, что у нас с Навальным очень много разногласий, мне бы не хотелось, чтобы так получилось. Я, конечно, очень надеюсь, что рано или поздно его удастся выцарапать из лап охранки. Но пока цифры людей, которые выходили в его поддержку, они не вызывают оптимизма, особенно в Москве. Вышло явно недостаточное количество людей, чтобы власть как-то задумалась. Ну, вот то, что взбесило, да, Путина в истории с Навальным, это расследование про Геленджик, про этот дворец. И эта история с дворцом, я так понимаю, она очень длительная, она во времени занимает десятилетия. И часть началась еще, когда вы были в российской политике. Да? Насколько я понимаю, вот оттуда корни растут. Что это вообще за дворец-то путинский? Что это за, ну, за место? Потому что сами-то представители Путина говорят, что это вообще не его. Ну, я не уверен, что его так это очень сильно взбесило. Насколько я понимаю, Путина... 100 миллионов просмотров. Да, но это 100 миллионов просмотров, это же не 100 миллионов и дизлайков, ну, Владимира, а со стороны Владимира Владимировича. Да? Вот. Поэтому нет, это действительно большое событие, это прекрасная журналистская работа, и тут респект и уважуха Алексею Анатольевичу, что он это сделал. Но это не, еще раз скажу, это не означает, что реакция Путина такова. Насколько я понимаю, Путина задевает атаки на его семью очень сильно. Он очень охраняет, да, там, дочерей там, и так далее. Но атаки на себя и на окружение, по-моему, его задевают гораздо меньше. Он считает это частью там, значит, борьбы и там, манипуляции западных спецслужб. Он, по-моему, думает совершенно искренне. То есть он считает, значит, я все правильно делаю, раз, значит, на меня атакуют. А история дворца такая, что это одна из частей его окружения, конкретно связанная с господином, с семьей Ковальчуков. Ковальчуков, да, и с тоже семьей Шамаловых. Младший Шамалов Кирилл был зятем дочери, в смысле мужем дочери, зятем Путина. И они еще к 2008 году хотели сделать ему домик в деревне, чтобы ему было куда уйти на покой. Потому что, ну, у него заканчивался второй срок. И были вполне реальные вероятности, что он собирается уйти. Тем более, что он затеял тогда рокировку с Медведевым. И никто не знал, насколько это, значит, окончательно и всерьез. Потом выяснилось, что, значит, нет, они рокернулись назад. И как бы вся эта история повисла. Потому что Путин же не может воспользоваться этой резиденцией, пока он президент. Он не может туда приехать, он не может заявить свои права, у него есть официальные государственные резиденции. Он должен ее либо тогда сначала пожертвовать государству, чтобы туда иметь возможность ездить, но тогда это уже точно не его. А если это его, то он должен перестать быть президентом. Ну, то есть, либо одно, либо другое. Поэтому это превратилось в бесконечную стройку, которую никто не ездил. Отсюда возникла эта самая легендарная плесень, про которую говорил Навальный, про то, что его пришлось заново ремонтировать. То есть, уже готовый объект, который был сдан. Значит, там потекла крыша, говоря над простым народным языком, и все испортилось. Да, и пришлось его переделывать заново. Его заново переделывают. Но его будут переделывать бесконечно, потому что пока хозяина не будет, ну, это будет вот такой долгострой. Мне дуже здивувало, що насправді з опитуванням дуже великий відсоток росіян просто не повірили в правдивість цієї історії. Вони подивилися розслідування Навального і вирішили, що це фейк, ну, що так не може бути, не можуть бути такий розмах, така розкош. Ну, і просто люди не вполне розуміють этот вот ёршик. В это может поверить там либеральная хипстерская публика, потому что он знает, что может быть ёршик, который стоит там $1000. А бабушка в деревне этого не понимает. Ну, то есть, как может быть ёршик, который стоит годовую пенсию? Этого не может быть, просто в принципе. И поэтому, конечно, она считает, что это все вранье и провокация. Тобто, якщо підвести таку риску, розраховувати Україні на те, що скандал з Навальним, розслідування про Геленджик якось послабить Путіна, переверне фокус з України на внутрішні проблеми, нам в Україні не варто. І нам що тоді, ну, озброюватися і готуватися до, ну, агресії? Чи навпаки? Хочеш міра, готовься к війні. Це принцип ніхто не відміняв. І так же, як і другий принцип, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Це от точно совершенно Украине не надо рассчитывать ни на Соединенные Штаты, ни на Российскую Федерацию, ни на то, что в Российской Федерации что-то развалится, ни на то, что вам в Западе что-нибудь развалится. Можно рассчитывать исключительно на себя. Это, ну, на мой взгляд, аксиома. Можете называть меня, что я там заражен российским империализмом, да, то есть, но я считаю, что рассчитывать надо только на себя всегда. А если при этом подфартит и там Путин помрет сейчас,
ну, прекрасно, значит, что-то повезет, да, в жизни. Но это вот из разряда факта. Це єдиний вихід. Це факт. Хто його спадкоємець може бути? У нас закінчився ефір, але я це питання не міг не поставити. Ну, конечно, буде попытка поставить кого-то из ближайшего окружения. Все так кажуть. Хто? Нет, ну, я считаю, что это как из вопроса про динозавра. 50%, что будет Медведев, потому что, то есть, это проверенная история, а Путин любит проверенные истории. Либо это будет не Медведев, но тогда это может быть почти что кто угодно. Ну, не Медведчук. Но если Медведев, то немножко и Медведчук тоже, они же родственники, как и с Путиным, правильно? Ну, але фактично, кроме Медведева, иншего спадкоємця немає. Ну, это проверенный кадр. А для Путина это очень важно, чтобы это был проверенный кадр. Но при этом ему еще и важно, чтобы это был сильный человек. Он вот провел эту рокировку в 2011 году, потому что он испугался, что Медведев будет слишком слабым и не сможет его защитить, защитить его семью, если, значит, там Запад пойдет в наступление так же, как это было с арабской весной. Это было главной мотивацией. А створення держави Росії, Білорусі і посади якби куратора або керівника цієї держави, як нова посада для Путіна, щоб піти з президентства? Ну, я по-прежнему считаю, что это основной для него сценарий, несмотря ни на что, и там на то, что вроде там градус немножко снизился на эту тему, я все равно считаю, что это для него основной сценарий, потому что это красиво с точки зрения исторической. Да, он будет говорить тем самым людям, я восстанавливаю Советский Союз, я восстанавливаю единое государство, и как бы не нарушаю тем самым вот Конституцию там дальше с новыми сроками. Леонид, же режиссеры просят закінчувати. Дякуємо вам за цю розмову. От дуже багато дискусій дійсно зараз в українському суспільстві. Навіть буквально свіжа новина на «Українській правді», що навіть фракція «Слуг народу», різні групи вийшли з різними заявами, які протирічать одна іншій. Але ну, я щиро сподіваюся, що всі ці дискусії справді закінчаться судовою реформою, реформою правоохоронних органів, для того, щоб мені дуже хочеться довіряти своїм українським судам, українській прокуратурі і українській поліції, але для цього треба дуже багато працювати. На жаль, ну, зараз так не відбувається. Дякую вам за розмову. З нами був Ілля Пономарьов, вже громадянин України як 2 роки, бізнесмен і колишній депутат Держдуми Росії. І я... Сергій Лещенко, так. Я Євгенія Моторевська, і вже за тиждень будемо говорити про найактуальніші події. На все добре, не хворійте, до побачення. Дякую.